преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в нашем городе проводят различные работы по облагораживанию улиц имени героев Советского Союза, ведется реконструкция мемориального комплекса «Вечный огонь» и проводятся всевозможные акции для ветеранов. Например, специалисты ресурсного центра совместно со студентами вузов из СУЗов в конце марта организовали субботник в помощь ветеранам войны. В этой акции участвует около 70 студентов. Они помогают ветеранам войны и тыла в помощи домашнего обихода и во дворах снег чистить, субботник проводят. Также в Актобе проходит акция по вручению медалей к 70-летию Победы. Кампания проходит в соответствии с указом президента. В списке получателей юбилейных медалей – ветераны и инвалиды войны, блокадники, труженики тыла, узники концлагерей. Всего в различных категориях будут награждены 5438 актюбинцев, внесших свой вклад в победу над фашизмом. От имени и по вручению областного акимата мы хотели бы вас поздравить с предстоящим праздником великим, 70-летием Победы над фашизмом. А 9 мая в 10 часов утра на главной площади Абилхаирхана перед памятником у облакимата пройдет театрализованное представление и шествие «Бессмертный полк». С портретами своих дедов и отцов, которые участвовали в Великую Отечественную войну, выйдут более 6 тысяч человек.